Ну, здесь несколько вопросов. Первый, как вам удалось уладить взаимоотношения к кентроподобной цивилизации человекоподобной при своем первом космическом перемещении? Ну, это не совсем первый, но один из первых. Придет время, все это описано. Ну, наверное, кто-то читал книжку, там точки стоят, да? Вот, конечно, вместо точек есть слова. Но я надеюсь, когда через некоторое время я и напечатаю книжки, где уже не будет точек. И там все это описано. Пока я считаю это преждевременно об этом говорить. По некоторым причинам. Вполне объяснимым и логичным. Так что придется подождать, к сожалению.